Они получают удовольствие, когда проявляют заботу об окружающих, хотя им часто самим недостает поддержки и заботы. Владельцы этого имени имеют индивидуальные особенности человека, как доброта, человеколюбие, интуиция. Буква «Ж» придает людям стремление к значимости и придает страстности. Буква «Д» в этом имени не со всеми звуками удачно сочетается и вызывает в сознании настороженность, что приводит к сложностям во взаимоотношениях. Им важно, как они выглядят в глазах окружающих, поэтому стараются добиться высоких результатов выбранной деятельности. Буква «Р» в имени символизирует решительность, высокую работоспособность, умение правильно анализировать ситуацию. Они всегда стремятся действовать. Значение буквы «Т» говорит не только о склонности к размышлению, всестороннему обдумыванию как философских, так и житейских проблем, готовности помочь, но и об упрямстве, гордости и независимости. А вследствие этого склонность к ошибкам, не всегда правильные оценки своих сил и возможностей. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Верность слову, а также выбранной цели – это основная отличительная черта. У них внутренняя установка преуспеть в жизни собственными силами, завоевать авторитет, независимую позицию в жизни. Владельцы этого имени часто обладают непростым характером самовлюбленность и эгоистичность. У них парадоксально сочетается с добротой и отзывчивостью. Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. В период уныния и депрессии человека с этим именем лучше поддержать и поговорить. Взамен вы получите преданного товарища, которому можно будет доверять до конца жизни. Также считается, что букве «А» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Человека более отзывчивого, чем обладатель имени с согласной буквой «Х», вы не встретите. Это имя с буквой «Ж» означает, что владельцы имени цепляются за жизнь в прямом смысле этого слова и, подавшись порыву, плывут дальше за жизнью, не разбирая дороги. В связи с этим им очень легко потерять приобретенные, но на жизнь они не жалуются, а живут так, как получается. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. Такт буквы «Ж» – это страсть, фонтан, огромный выброс эмоций. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.